Меня подписчик недавно попросил уточнить, как, сколько засыпается кофе. Ну вот смотрите, я специально взял весы. Хочу просто завесить, сколько кофе мы засыпаем. Вот ставлю пустой контейнер, включаю весы, чтобы весы с контейнером обнулились. Все, снял. 79-80 грамм где-то весит контейнер. Вот здесь у меня получается 335 грамм кофе. Почему кофе у меня в контейнерах? Мы мешаем 6, иногда 7, а иногда же 8 сортов кофе разного. Купаж такой делаем. Вот. Значит, еще раз. 335 грамм. У меня абсолютно пустая, и я специально дождался, когда закончится кофе. Не обязательно так засыпать, конечно, как я. Я просто хочу сказать, сколько может уместиться кофе. Если особенно этой крышкой не закрывать, так еще больше уместится. Вот мы закрыли крышкой. Я считаю, больше сюда уже кофе не стоит засыпать. Было 335 грамм. Осталось, ну, пускай 145, если грамм. 335. Отнимаем 145. Это практически 190 грамм. 190 грамм кофе мы сейчас засыпали вот в этот бункер. 190 грамм. Ну, можно еще до 200 грамм насыпать, конечно. Значит, было 335. Даже чуть больше я засыпал. Больше 200 грамм засыпал. Крышка закрылась. Ну, плотно. Все. 200 грамм. Больше не засыпайте. Я так считаю. Если оно рассыпется и попадет вот сюда, вот, у вас вот сюда, если попадет кофе, вот в эти, у вас крышка не будет закрываться. Вот так будет. Или вот так. Ее придется вытаскивать. Вот так она вытаскивается. Вот в таком положении. Вот. Короче, очищать. А то и вычищать все, чтобы потом по новой. Вот она так обратно вставляется. Все. Ну что еще? Да, все. Если вы будете варить кофе из молотого кофе, значит, у вас должна быть обязательно мерная ложечка. Больше мерной ложечки, ну, пускай даже чуть верхом. Положили больше мерной ложечки, две не кладите. Вот, вы можете даже запороть пресс это, то есть в этом цилиндре будет больше количества порошка, он будет сдавливать и где-то что-то полетит от перегрузки. Так что вот сделали, ну, пускай плотно, или если неуплотненный, пускай горка. Если уплотненный, значит без горки. Положили, закрыли, нажали, получили продукт кофе. Все, про кофе вот я вроде все сказал про загрузку. Но если что-то добавляете, спрашивайте. Осенняя пора. Одно разочарование.